Привет, друзья, с вами Крухмонтаж, я Мороз Алексей и мой Санчо Панса Василий. Мы в Митино, это район Москвы, который находится за кольцевой дорогой, но это Москва, ребята, здесь, по-моему, метро есть. Вот, немножко дам обзорчик. Мы находимся на кровле танхауса, здесь танхаусы, каскад танхаусов, и наша задача оценить масштабы бедствия этой кровли. Сделано ремонт в декабре, но она течет, люди не могут приступить к ремонту. Вот сейчас мы подскроем здесь. Так, что мы видим? Виндовые, видите? Итак, виндовые вскрыли мы кусочек, чтобы посмотреть. Посмотрите, здесь даже апрель. Видите, вот здесь лежало. Это говорит о том, что кровля протекает. Естественно, покрыто с нарушением. Говорили, что в декабре, зимой, перед Новым годом проводился ремонт. Все здесь было новое. Ну, как видите, обрешетка отнюдь не новая. Все заплесневелое. Утеплитель старый. Что лежит? Вот металлочерепица Никоновская М28. Северсталь 05. Приобреталась она 29-17 каталась, изготавливалась. Гарантия 15 лет. Ну, не самая плохая. Металлочерепица такая средненькая по качеству. 15 лет своих отстоит. По поводу пирога. Изоспан у нас АМ, но сделан с нарушением. Его прям накрывали на обрешетку. Вот. Причем обрешетка сделана как попало. Саморезы в разброс, в разбег сделаны самопроизвольно. Но видно, что обрешетку не скрывали. Видите, ее как она лежала, просто накинули, ничего не делали. Доска старая здесь. Это я вам... Изоспан натянут поверх обрешетки. Да, изоспан натянули, накинули по обрешетке. Но фишка в том, это бесполезная вещь. Теми же саморезами, что металлочерепица, вы его уже и он дырявит. Изоляция вся подырявит. Да. А вот, смотрите. Вот, на минуточку. Уплотнителя яндового нету, поролоновому проложить псул здесь. Потому что здесь скапливается снег, чтобы не заходил. Вот он лежит. Да, ложи. Все, закручивай обратно, пойду дальше. Но это были цветочки. Ягодки будут сейчас. Вот такое примыкание. Вот. Причем этот ремонт делался. С кровлей уже были проблемы. ТСЖ выделяло деньги по просьбам, жалобам жильцов. Вот, вложились в ремонт. Вложились в ремонт. Сейчас окна все практически текут мансардные. Тут их тоже немало. Но для затравочки, смотрите, еще с гидростеклоизола. Уже, видимо, рифленочка велюксовская уже отломалась от оклада. Вот, да, они заколхузили. Хотя я рекомендую, да и практически производитель, что при любом капитальном ремонте рекомендуется оклады оконные поменять. Почему? Потому что они уже, поролончик там, он уже присаживается, крепеж и так далее. При любом ремонте, если вот уже там больше 5 лет кровля стояла, при замене кровли меняется и оклад. Окно остается само, стеклопакет, рама, оклад рекомендуется. Ну, сейчас мы вскроем вокруг окна. Но здесь уже видно, что это полный швах. Здесь можно открывать. Металлочерепица резалась болгаркой. Это видно. Вот следы болгарок.
Вот примыкание. Вот саморезы идут по центру. Видите, прокручены. А, тут дырка. А здесь, говорю, новый металл, но это все видно, что из старья лепили. Ой, а что здесь такое-то? Вась, тут смотри, шедевр. Ну, это просто... А, вот оно что, смотри. Чем больше положено, тем... Кошмар, здесь контр-уклон. Тем меньше протечет. Подожди, я что-то не понял замысел. Это что такое? Ага, это дымоход. Это у нас залепилась пустая пена. Смотри, это дымоход. Это, видимо, завернули, чтобы в дымоход снег не попадал. Да это ж кошмар. Здесь лежит глыба снега. Да. Главное пену в зеленый цвет покрасить. Это ж кошмар, туда ладонь влезет в эти дырки. Ужас. Смотрите, контр-уклон, стоит вода. То есть реально вот здесь, вот в этом месте огромная глыба. Еще стоит барьер на ней, перед ней. Она здесь киснет, течет, попадает в эти, межстыками, в эти листы. Кошмар. И туда затекает. Ну это вообще. Смотрите, смотрите. А? Я видел чудеса. Но такого. А, там они эту еще площадку. Видимо, она там снизу гидростеклоизолом закатана. Потом обрешетку забили и металлочерепицу. А здесь видишь, как положили? А, вот это? Ты видишь? Это вообще нонсенс. Вода куда-то. Это как так? Да. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. По идее, живого места нет. Вот, ребят, тоже ошибка проектировщика. Не проектировщика, но людей, кто здесь планирует это. Но металлочерепица. У него критический угол. 15 градусов. Но здесь явно пологий участок. Сверху еще... наползает, стоит здесь глыба, киснет и за пруда получается, и вода потом пролазит, ну не с глыба не падает, вода залазит во все щели. Здесь тоже, я уверен, этот участок беспокоит, хотя он с виду такой ровный, с виду ровный, безопасный, но на самом деле это проблема для вот профилированной кровли. Здесь участок надо бы фальцевым способом покрыть именно. Да и вообще вот такие сложно сочиненные кровли, такие замудренные дымоходы, куча яндов, металлочерепица не любит. Чем проще кровля, тем лучше. Смотри, смотри что-то. Ну это вообще, это я... Я не знаю, шедевр. Вот здесь стоит снег зимой. Глыба. Видите? Здесь стоит глыба. Вот сюда водичка обтекает, попадает. Сюда саморезы нельзя крутить в эти места. Здесь просто кто-то чистил, уже бабахнул. Ну понятно, что она течет, но елки-палки. Здесь уже, ну кто-то, видимо, вызывали, Вась. В феврале, когда все потекло, видишь, что-то здесь лепили. Лепили вот эти места. Ну, по крайней мере, среди коттеджного строительства, да. Я такого не встречал еще. Да, это были ошибки, это но... кровля лидер хит-парада в этом году. Мы открываем новый сезон. Пока это вот первое место, несомненно.
Так, Василий, пойдем. Знаешь что, Вась, вот эту лестницу надо убрать, потом грохнется, смотри, она не убьет кого-нибудь снизу. Просто за дымоход ее, от греха. Вот я не знаю, кто так бросил ее. Ветром поедет и все. И почему она до сих пор не упала? Не сюда, ты вот за дымоход лучше. Сейчас. Вот убери ногу. Даже вот все вакапланки, видите, это верх непрофессионализма, прикручена наоборот. То есть уклон туда, вот эта планка должна быть сверху этой. Тут стык навстречу потока воды. И это стыки все такие. Ну-ка, поднимай, что там. Опа. Что я вижу? Ах, вот он где запрятался. Ну, вот он когда его, он просто старый. Ага. А, уже, смотри, уплотнитель. Решили они, да, оклад старый поставили, уплотнитель. Ну вот, все старые доски. Вот, утеплитель при царе гороха. Еще старое окошко. Окошко старое. Вот. Вот такое хозяйство. Они, походу, окно не трогали. Вот смотри. А? Мне кажется, окно не трогали, да. А решетка. Клемера. Вот, клемера старые, вот смотри, гвозди старые. Они даже его не вынимали. Вот. Это. Я просто не помню, это. Пергамент. Пергамент. Просто наклеили, видишь, этот самый. Сверху пустили. Сверху гидроизоляцию и. Goodbye, Америка. Осень. Все. Закрывай. Старое окно. Итак, резюмирую, дорогие друзья. Заявлено, что полностью ремонт кровли. Все новое должно быть. Металлочерепица, да, вся свежая одной партии. Но металлочерепица, то есть обрешетку старая и несущая конструкция здесь не трогали. Все старье. На старую обрешетку АМ натянули и металлочерепицу покрыли. Вот таков суть ремонта. Вот так что, естественно, я не называю имен, потому что, хотя меня клиенты просят, это не в моих правилах. Каждый зарабатывает деньги как может, и дай бог каждому, я здесь ни при чем. Так что так. Может, печально. Да, сейчас я иду туда, сейчас.